Старинный русский город Калуга. Здесь, в доме у реки, долгие годы жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, великий русский ученый, основоположник теории реактивного движения и межпланетных сообщений, один из теоретиков авиации и воздухоплавания. Константин Эдуардович был не только выдающимся исследователем, но и замечательным учителем. Более 40 лет своей жизни он посвятил учительскому труду и очень гордился этим. На торжественном заседании в честь его 75-летия Циолковский сказал: «Мне совестно, что мой юбилей вызвал столько хлопот, ведь, может быть, мои изобретения не осуществятся. Вот то, что я работал 40 лет учителем, я считаю, несомненно, заслугой». Учительствовать он начал в городе Боровске Калужской губернии зимой 1880 года. Город населяли староверы, поэтому снять квартиру оказалось непросто. По подсказке жителей попал, как тогда говорили, на хлеба к одному вдовцу, на дочери которого, Варваре Евграфовне, он вскоре женился. С первых дней работы в уездном училище Циолковский убедился, что школа должна давать полезные, применимые в жизни знания. Константин Эдуардович, обладая глубокими познаниями, умел излагать материал понятно, увлекательно. Учиться у него было легче, чем у других учителей, и гораздо интереснее. Несмотря на глухоту, мне нравилось учительствовать. Большую часть времени мы отдавали решению задач. Это лучше возбуждало мозги и самодеятельность. И не так было для детей скучно. Во внеурочное время, к удивлению других учителей и жителей города, Циолковский учил детей снимать план местности, рассказывал, почему плавает лодка, пояснял им принцип полета воздушного шара. С учениками старшего класса летом мы катались на моей большой лодке, купались и практиковались в геометрии. Впрочем, больше было веселости и шалости, чем дело. Конечно же, ученики любили такого учителя. Они относились к занятиям с интересом и хорошо знали математику. Качества, характеризующие учителя арифметики и геометрии Константина Циолковского – честность, мягкое обращение, терпение и трудолюбие. Его приемы преподавания просты, наглядны и практичны, оживляют и заставляют быть внимательными учеников во все время урока. Под руководством такого умелого, практичного и образованного учителя ученики умственно развиваются и приобретают серьезные познания в математике. В феврале 1892 года приказом попечителя Московского учебного округа Циолковский был перемещен в видах пользы службы в Калужское уездное училище. Из Боровска Константин Эдуардович уезжал с сожалением, хотя этот город не был его родным. Родился Константин Эдуардович в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии 17 сентября 1857 года в семье лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского и его жены Марии Ивановны, урожденной Юмашевой. Он был пятым ребенком в семье. Детство его прошло в Рязани. Константин Эдуардович, как он сам вспоминал, до 10 лет был просто как все дети, веселый, шаловливый. А вот в 10 лет получил осложнение на уши после скарлатины и почти полностью лишился слуха. И вот это резко изменило всю его жизнь. То есть он не мог уже учиться в школе, не мог успевать за товарищами в предметах. И позднее нашел себя в том, что обратился к книгам. Сначала к книгам отца, старших братьев, потом подбирал их сам. И вот, собственно, самообразование прошло с ним всю его жизнь, потому что он с полным правом называл себя самоучкой чистой крови. Проблески серьезного умственного сознания появились при чтении. Лет с 14 я вздумал почитать арифметику, и мне показалось там все совершенно ясным и понятным. С этого времени я понял, что книги вещь немудреная и вполне мне доступная. Уже в эти годы любил Костя мастерить.
Из ловких рук мальчугана выходили домики, санки, часы с гирями, самодвижущиеся коляски и локомотивы. Однажды увидел токарный станок и загорелся желанием сделать такой же. В эту затею никто не поверил, но спустя немного времени из-под резца самодельного станка уже выбегала ароматная стружка, и деревянные болванки превращались в аккуратно обточенные детали будущих машин. Эдуард Игнатьевич, заметив его изобретательские способности, отправляет 16-летнего сына в Москву для поступления в техническое училище. Но в училище Костя не поступил, так как окончил всего 2 класса гимназии, а надо 6. Он решает остаться в Москве и становится постоянным посетителем Румянцевской и других московских библиотек. За 3 года жизни в Москве Константин самостоятельно изучил математику, физику, геометрию, дифференциальные и интегральные исчисления, высшую алгебру, тригонометрию и аналитическую механику. Домашняя обстановка изменилась. Сильно постаревший отец уже оформлял уход в отставку, и Константин вернулся в Вятку. Пора было становиться на собственные ноги. Глухота ограничивала выбор профессии, и он начал давать уроки. Я имел успех, и меня скоро засыпали этими уроками. Гимназисты распространяли обо мне славу, будто я очень понятно объясняю алгебру. Принимая уроки, никогда не торговался и не считал часов. В 1878 году семья Циолковских вернулась в Рязань, а через год в Рязанской губернской гимназии Константин Эдуардович сдал экстерном экзамены на звание учителя уездных училищ и получил назначение на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. Историческая справка. Уездное училище в то время – трехклассное училище в основном для детей купцов и мещан. В России их было открыто около 500. Итак, Циолковский в Калуге. Здесь он преподавал в уездном училище, затем получил уроки математики в реальном училище, а с 1899 года стал преподавателем в женском епархиальном училище. После Октябрьской революции работал в 6-й единой трудовой школе. Он никогда не был формальным педагогом, но уже начав преподавать в уездном училище, он понял, что ребенка надо заинтересовать. Он считал, что ребенку нужно двигаться, ребенок не может сидеть неподвижно, как истукан, потому что это... Ну, просто противоречит его натуре. Поэтому вот за годы работы педагогической у него сложился план урока. Но в то же время он носил свое творчество, он носил свои идеи, он носил свое, ну, наверное, видение педагогическое. К детям надо относиться бережно. И больше всего следить за методикой своей работы. Следует искать лучших способов возбуждать внимание в детях и поддерживать их любознательность, пытливость ума, дерзание творить. Впервые, наверное, он ввел понятие фронтального опроса, наверное, даже об этом не задумавшись. То есть, если отвечали ученики, то отвечало 3, 5, 7 человек. Работал весь класс, потому что он любого мог поднять с места, попросить продолжить. Поэтому вот этот фронтальный опрос, он был направлен на то, чтобы даже самые слабые ученики поняли тему. А вот объяснение, этого всегда ждали, потому что... Во-первых, он объяснял очень просто и очень интересно. Сегодня мы займемся 3-м законом Ньютона. Спасибо. На пол, а не на потолок упала книга-то. Почему бы это? А? Не могу никак до потолка допрыгнуть, никак не могу. А ну-ка ты попробуй. Что? До потолка допрыгнуть. Прыгай, 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 прыгай. Нет, не вышло. Почему же это не вышло? Сил не хватает. Во-вторых, любое объяснение, оно сопровождалось тем, чего обычно не принято было делать в школах. То есть это были опыты. Это были приборы, которые сделал сам Циолковский, который показывал их действия.
физические кабинеты в школах пополнялись только за счет тех предметов, которые делал учитель Циолковский. Затем, конечно, закрепление материала. Опять проверка материала шла за счет того, что не он рассказывал, рассказывали более сильные ученицы. Он вообще считал, что судить по знаниям класса и наиболее, наверное, объективно по знаниям самых слабых учеников. Учитель арифметики и геометрии господин Циолковский – полный специалист своих предметов и преподает их с особым умением. Ясность, точность, определенность, строгая последовательность и наглядность – отличительные черты в изложении на уроках математики. В конце 1896-97 учебного года Циолковский некоторое время вел часы математики в третьем классе реального училища. Педагог с дипломом учителя начальной школы в среднем учебном заведении – случай беспрецедентный. Историческая справка. В России реальные училища с 6-7-летним сроком обучения созданы в 1872 году. Выпускники могли поступать в технические, промышленные и торговые высшие учебные заведения, а также на физико-математические и медицинские факультеты университетов. В 1900 году в связи с 20-летием педагогической деятельности Константин Эдуардович Циолковский ушел на пенсию по уездному училищу, а в Калужском епархиальном училище, где уже год работал по совместительству, стал преподавать физику и математику на положении преподавателя из платы по найму. Училище как раз подходило к моему количеству, ибо надзор был превосходный. Сам по глухоте я не мог следить за порядком, больше объяснял, чем спрашивал, а спрашивал стоя. Девица становилась рядом со мной у левого уха. Голоса молодые, звонкие, и я добросовестно мог выслушивать и оценивать знания. Впоследствии я устроил себе особую слуховую трубу. Историческая справка. Епархиальное училище – средние женские учебные заведения в России, созданные по уставу 1843 года главным образом для дочерей священников. Содержались на церковные средства и находились в ведении синода. Выпускницы могли работать домашними учительницами и учительницами начальных школ. Давайте побываем на уроке Константина Эдуардовича. А помогут нам в этом воспоминания его учениц и экскурсоводы Народного музея Калужской гимназии номер 9 имени Циолковского. Атмосфера того далекого времени помогает воссоздать экспонаты, которые находятся в этом зале. Парта 1900 года. По свидетельствам епархиалок, такими партами был оборудован один из классов училища. Фотографии выпускниц и епархиалок, а также по воспоминаниям Варии Преображенской, форма учениц. Калуга, начало 20 века. Богоявленская улица, женское епархиальное училище. Перемена. Звенит звонок. Циолковский берет журнал и неторопливо идет по коридору. Входит взволнованно ждущий его класс. Неизменной спутницей его была труба, сделанные им самим для того, чтобы лучше слышать ответы учениц. Епархиалки почти все уроки учили наизусть. Но по физике, которую у нас преподавал Константин Эдуардович Циолковский, о зубрежке не могло быть и речи. Он требовал, чтобы мы понимали материал. Урок начинался опросом. Ученица вызывала с доски с тетрадью, в которой была сделана домашняя работа, и решала задачу или пример с домашней работы. После этого Константин Эдуардович предлагал новую, аналогичную задачу или пример, который она тоже решала на доске. Если же ученица не справлялась с заданием, Константин Эдуардович вызывал более сильную ученицу, но первая не садилась на место, а наблюдала за ходом решения. Таким образом, Константин Эдуардович употреблял все усилия, чтобы добиться от слабой ученицы сознательного усвоения материала. К слабой ученице Константин Эдуардович прикреплял одну из лучших и давал наказ повторить пройденное. Обычно хороших учениц он спрашивал сравнительно редко, но зато за удачный ответ подшефной ученицы он ставил хороший балл репетитору. В
классе на уроках мы сидели неподвижно, как вкопанные. Облокотиться или повернуть голову в сторону запрещалось. В такой позе было довольно трудно сосредоточиться на уроке. Не то было на уроках Константина Эдуардовича. Класс оживал. Уроки были интересные, опыты привлекали внимание всех. Всем нужно было видеть, всем нужно было участвовать в опыте. Новый материал он всегда объяснял медленно, громко, раздельно, понятно. На немудреных приборах Константин Эдуардович объяснял нам сложные законы природы, показывал интересные опыты. В классах летали шары монгольфьеры, сверкали молнии, заливался свисток паровой машины. Мы бурно выражали свой восторг. Даже наша строгая классная дама не шипела и не грозила указательным пальцем, а улыбалась. Доказательства Циолковского были столь убедительными, что не верить им нельзя. Константин Эдуардович вдруг предлагает им встать из-за пар, взяться за руки. Первому ученику он дает проводок от электрофорной машины, сам незаметно вращает диск. Слабый ток проходит по всей цепи. Всех слегка трясет, особенно кажется последнего. Иногда такой опыт заканчивался драматически, слезами, но через мгновение раздавался всеобщий хохот. После этого не нужно было тратить много слов на объяснение, что такое электрический ток. После объяснения нового материала Константин Эдуардович вызывал кого-нибудь из сильных учениц изложить рассказанное учителем. Таким образом, новый материал закреплялся в памяти учащихся. Уроки физики были настолько интересными, что мы забывали о времени и не слышали звонка, извещавшего об окончании урока. В конце каждого учебного года приезжали инспектора из Москвы. Оценки, поставленные инспекторами, как правило, были выше тех, что ставил сам Циолковский. Это следствие высокой обучаемости, а также высокой требовательности учителя. Алгебру, геометрию и физику в 5-6 классах преподает известный в Калуге математик-самоучка, имеющий звание учителя уездного училища, коллежский асессор Константин Циолковский. Весьма умело и успешно ведет дело господин Циолковский, умеющий соединять ясность и обстоятельность объяснений. Как не хватает многим современным учебникам этой ясности и простоты изложения Константина Эдуардовича. Он без черновиков писал и учебный план, и научный труд, и фантастическую повесть. А секрет прост. Я русский, и думаю, что читать меня будут прежде всего русские. Надо, чтобы писания мои были понятны большинству. Я этого желаю, поэтому я стараюсь избегать иностранных слов. После Октябрьской революции Константин Эдуардович Циолковский преподавал физику в 6-й советской трудовой школе города Калуги. Опытные педагоги сами составляли учебные программы. Циолковский составил программу по физике в 1918 году. И в эту программу были включены очень многие понятия, такие как Вселенная, тело, состояние тела, изучение космоса и многие-многие другие, о которых, наверное, подавляющее большинство людей в те времена даже и не слышали. Ну, такие как радиология. И очень большое внимание уделялось и методом исследовательской работы, опытно-экспериментальной работе. Константин Эдуардович составил большой список книг для дополнительного чтения, как для учеников, так и для учителей. Как учитель, Константин Эдуардович понимал, что статичная поза в течение всего урока, она не только утомляет его учениц, но и, наверное, не способствует хорошему усвоению материала. Поэтому многие его уроки проходили очень живо. Он сам был человеком очень деятельным, очень таким подвижным. С детства катался на коньках, причем катался до 76 лет. В 45 научился кататься на велосипеде, причем это было для калужан достаточно такой редкий вид спорта. И Циолковский на велосипеде запомнился многим калужанам. Ну а кроме того, он же очень много ходил пешком. 41 год посвятил Константин Эдуардович Циолковский педагогической деятельности. Но здоровье и преклонный возраст не позволяли больше Циолковскому работать в школе. Обеспеченный персональной пенсией, теперь он занимается только научной деятельностью. В 1935 году, незадолго до смерти, Циолковский написал: «Труды мои – моя биография». Но он с полным правом мог написать: «Мои ученики –
«Моя биография». Ведь Константин Эдуардович вспоминал, что у него учились 1500 учениц и 500 учеников. Он дал им не только прочные знания, но и преподнес урок честного служения делу, старался привить лучшие человеческие качества, не пасовать перед трудностями, помог найти профессию и увлечение. Так его ученик Василий Трохачев вспоминал. Циолковский был хорошим мастером, и, вероятно, под влиянием его рассказов о технике я стал заниматься столярным, токарным и слесарным делом. Работал жестянщиком, потом стал заниматься фотографией. Многие из учеников Циолковского стали учителями. Но мало кто знает, что Константин Эдуардович стал родоначальником семейной династии педагогов. Из 6 его детей 4 стали учителями, 3 дочери и сын, причем учителями сельскими, работавшими в глуши. Одна из его внучек, Мария Вениаминовна Самбурова, всю жизнь проработала в школе номер 9, там, где преподавал Циолковский. Была одним из создателей музея в школе. Поколение правнуков и праправнуков тоже связано с образовательной деятельностью. Константин Эдуардович очень радовался успехам своих учеников. Михаил Амосов рассказал такой случай. Однажды на встрече знатных людей труда он подошел к Константину Эдуардовичу. Тот его узнал. Глаза его засияли. В сильном волнении, схватив его за руку, сказал: «Смотрите, вот мой ученик стал знатным человеком». Дальше говорить он не мог и только обнял его. Умер Константин Эдуардович Циолковский 19 сентября 1935 года в возрасте 78 лет. Похоронен он в своем любимом загородном саду, переименованном в парк Циолковского. Константин Эдуардович имел награды за педагогическую работу: орден Святого Станислава 3-й степени и орден Святой Анны. В 1932 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Жизнь ученого была трудна и трагична. Бедность, глухота, пожар и наводнение, потеря детей, непонимание и непризнание его научных исследований и идей. Но, как писал сам, и только душа, кипящая радостным миром идей, помогла мне их перенести. Вот почему своих учеников Константин Эдуардович напутствовал обычно так: «Мы с вами расстаемся. К вам придут новые учителя и будут преподавать новые интересные предметы. Учитесь добросовестно и прилежно. А когда окончите училище и выйдете на самостоятельную дорогу жизни, оставайтесь добрыми и честными. Любите труд, он дает удовлетворение уму и отраду сердцу. Никогда не пренебрегайте теми, кого обидела судьба или злые, нехорошие люди. Старайтесь исправлять зло и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Не забывайте своего училища и ваших преподавателей, старавшихся давать вам полезные и нужные знания. Желаю вам всего доброго и хорошего».